Итак, книга Бамидбар, числа. Бамидбар в переводе с иврита означает «мидбар», да, «в пустыне». И эта книга, например, в Мишне и в Талмуде называется «Хумаш Апкудим». Книга Бамидбар называется «Хумаш Апкудим», что в переводе означает «книга исчислений». И действительно, тут мы видим много имен, много исчислений, и по-русски она тоже называется «числа». Итак, Бамидбар в пустыне. Зачем Тора дана в пустыне? В пустыне все равны. Все едят одну еду, все идут в одном направлении. Нет такого: «А, у тебя трехэтажный дом, а у меня какой-нибудь пентхаус в Манхэттене». Или у тебя там: «А, Гуччи, а у меня Луи Виттон, я круче». Нет такого. Все ходили в одних сандалиях, 40 лет написано ходили, и обувь не снашивалась. Шли вместе, короче говоря, были в единстве. И Тора дана нам для всех, для того, чтобы мы не ставили ее куда-то на полочку, и она у нас была вот в библиотеке такая красивая, оформленная, не для того, чтобы она в какой-то момент стала неактуальной книгой или стала немножко хуже, чем что-то новое, а она актуальна по сей день, и она дана для того, чтобы мы жили ею, она вечна. При всем при этом Тора дана и также лично тебе, каждому из нас лично для тебя. Третье царство, 19 глава, с 11 по 12 стих я хочу прочитать. «И сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот Господь пройдет. И большой сильный ветер, раздирающий горы, сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра, и в этом Господь». Пустыня – идеальное место услышать это веяние тихого ветра, услышать этот голос Божий. Если вы знаете, «бамидбар» — это одно коренное слово со словом «ледабер». «Бамидбар», «ледабер» — один и тот же корень. «Ледабер» — говорит, то есть в пустыне Господь говорит с нами. И никто нас там не отвлекает, никто не шумит, только народ и Бог. И вот в книге Бамидбар все время перечисляются люди, имена, колено и так далее. И все время там идет какие-то исчисления, перечисления израильтян. Когда израильтяне вышли из Египта, пересчитали. После того, как было грехопадение тельца, пересчитали. Сейчас в этой главе мы тоже только что прочитали, что после 20 лет и старше пересчитали. Кстати, потом еще будут перечисления народа Израиля, и таких перечислений достаточно на самом деле. Об этом в конце поговорим. Пересчет — это особая демонстрация отношения любви Господа, Творца, к своему народу. Здесь есть такие люди, знаете, я думаю, что вы знаете таких людей, которые любят пересчитывать свои драгоценности, свои деньги или что-то, что ему близко, что-то, что дорого. Он такой сидит, пересчитал: а, все на месте, все хорошо, значит, душа спокойна. Вот примерно так же можно описать вот этот вот пересчет по отношению к Господу. Есть вещи, которые ему дороги, мы, народ, мы дороги для него, и он нас пересчитывает. И сейчас мы, кстати, тоже находимся в интересное время. Это Сфирата Омер, да? И вчера был 44-й день Омера. В этот четверг уже будет Шавуот, большой праздник. И вопрос вам такой, и также к нашим зрителям. Кто захочет ответить, напишите в чате. Что особенного было в 43-44-й день исчисления Омера? Библейское какое-то событие. Окей, мы к этому вопросу вернемся. Вы пишите пока в чате. Надеюсь, что вы придете к правильному ответу. Это тоже исчисление Омера, это тоже указывает на то, что, считая вот эти дни Омера, мы проявляем почет и особое уважение к заповедям Творца. Что это не просто так для нас, окей, поставили галочку и все, а мы считаем, мы следим, мы находимся в тонусе, как бы мы бодрствуем. Враг все время пытается нас уничтожить, а Бог, как пастух,
пересчитывает нас, как своих овечек перед загоном. Все ли вернулись на место? Все ли целы? Все ли здоровы? И как вообще раньше считали народ Израиля? Да? Не так по головам, 1, 2, 3, 4, 5. А каждый приносил по пол шекеля серебра. Монета такая была. И потом эти монеты пересчитывались. Для тех, кто не знает, в Израиле есть до сих пор, по сей день, кстати, вот эта монета в пол шекеля. Это также в память об этом. Именно поэтому ее и не убирают с использования. Кстати, в предыдущей главе Бехукотай, то, что мы читали в прошлый раз, там были такие очень страшные слова. Там говорилось, что рассеяние народа Израиля по разным странам — это проклятие. В чем же опасность быть в рассеянии? В чем же опасность жить в Галуте? Все же хорошо. Есть родные, близкие, работа, дом, все в порядке. Почему в Галуте, это, ну, как бы по Библии, это опасно? Опасность заключается в том, что народ, как народ, может исчезнуть в Галуте, раствориться и забыть свою цель, забыть свою миссию. Поэтому есть такая возможность сейчас сказать всем, кто нас смотрит онлайн, еще не живет в Израиле, еврей должен жить в Израиле. И если вы хотите попасть в исчисление народа Израиля, хорошо бы это сделать и попасть. У нас, знаете, каждый раз перед Йом Ацмаут делают перепись населения, говорят, сколько евреев, сколько других. И вот хорошо бы попасть в эту перепись здесь, уже живя в Израиле. Иешуа говорит, Матфея, 10 глава, 30 стих, «У вас же каждый волос на голове сосчитан». То есть не только лишь мы все сосчитаны, не только лишь там наши семьи сосчитаны, а даже волос наш, на нашей голове сосчитан, и он важен для Господа Бога. Таким образом, исчисляя свой народ, Господь показывает, что мы ему дороги. Мы не просто такие вот живем на этой земле. И он еще говорит, что «я не отрекусь от вас». Потому что вы у меня на ладонях. И сегодня мы читали, кстати, это местописание, да, из Исаия 49 главы, что Господь говорит, вы на моих ладонях, Цион, я не отрекусь от вас никогда. Я всегда смотрю на вас и вижу вас перед собой. Вы мне дороги. Еврейские источники говорят о том, что народ Израиля был пересчитан 9 раз. И 10-й раз произойдет перепись тогда, когда явится наш Спаситель и пересчитает снова всех овец своих, свой народ. И я желаю каждому из нас быть в этом исчислении. Когда придет наш Мессия, Иешуа, он пересчитает своих. Я желаю, чтобы все сидящие здесь, все смотрящие нас там, чтобы оказались в этом исчислении. Окей, вернемся к нашему вопросу, который я задал посередине, да, по поводу 43-44 дня Омера. Что-то у вас... А? Вы знаете? Молодцы. Я надеюсь, что в чате тоже что-то написали. Ответ был «Вознесение Иешуа». Действительно, это было примерно 43-44 день Омера, и Иешуа вознесся, и последними его словами были эти слова. «Вся власть на небе и на земле передана мне». Поэтому идите и делайте учеников из людей во всех народах, уча их исполнять все, что я заповедовал вам, и помните, я всегда буду с вами до конца века. Аминь. Спасибо.